Здравствуйте! Вашему вниманию кратенький обзор на багажники универсальный люкс. Крепежным способом универсальным под арки. Крепится вот этим болтом, стягивается на эту поперечину. Здесь я прорезинено все. Фирма, как видите, люкс. Если будет возможность ставить ссылку, ставим вам ее. Есть возможности туда, открывается вот так, и, убрав резинку, вставлять всякие крепления под велосипед, всякую прочую, кому нужны боксы специальными креплениями. Багажник обладает формой аэродинамической. Не подумайте, что она криво стоит, это сделано специально вот так вот. Ее ставят не наоборот, а вот передом к этой части. Поднимает весом 75 килограмм. Посередине на больших грузах немного прижимается, но сламывания такого ничего нету. Вот эта алюминиевая вещь очень крепкая. Если сдалека понаблюдать, она немного чуть-чуть скошена, даже там 0,5 градуса нету, это из-за того, что он здесь вот все стягивается. Если вам нужно, можно его с легкостью снять, но в принципе за год использования никогда не снимал, даже на трассе. На трассе от 130 звук немного, конечно же, уходит, для этого нужно будет шумить крышу, но это намного круче, чем вот такие обычные угловые, либо есть, бывает, просто обычные классические. От них просто шум, гул очень жесткий. Так как это универсальный багажник, он делится на длину. Вот этой вы можете выбирать, хотите длиннее, хотите уже, под какие задачи он вам нужен. Также бывает комплектация с замком, вот это без, для запирания от вандальных вещей. Вот это просто снимается и увязывается. Она была мне не нужна, потому что машина всегда под присмотром.